Девочки, всем привет! Хочу сегодня показать свой заказик Faberlic. И не только, здесь еще есть другие средства, которые я покупала в магазине. Вот. Первое, хочу показать вот такой гель для душа, я его уже пользую. Здесь идет, значит, у нас клюква и имбирь. Запах, ой, вообще такой классный. Я почему-то его раньше не покупала, а тут что-то и купила. В общем, понравился, вообще такой классный запах. Пенится, до этого тоже брала в магазине, там дешевый, там, ну, буквально даже за 35 рублей, но при этом он не мылился, не пенился, вообще как бы, что нанесла, что не нанесла, кайфую вот от таких гелей для душа, Faberlic, вот. Дальше заходила в фикс прайс, оказывается, там тоже бывают отдельные какие-то вот продукты. Мне нужен был шампунь, успела сделать Faberlic, и фикс прайс нашла вот такой шампунь. Короче, он вообще такой прикольный. Шампунь-уход для ослабленных и поврежденных волос идет. Здесь написано, что он идет и для поврежденных, и тонких. Объем и блеск дает волосам. Вообще понравилось здесь объем. Какой объем большущий. 700 миллилитров. Вот такой шампунчик, девчонки, могу порекомендовать смело. То есть мне вообще очень понравился. И там же я взяла вот такой кондиционер, бальзам. Почему-то у меня все закончились. В основном я пользуюсь Faberlic, покупаю, да, заказываю маски. Вот мне очень они нравятся, но тут как-то все закончилось. И я увидела вот такой бальзам там. Но он тоже недорого стоит. В районе 100 рублей, наверное. Бальзам-кондиционер для всех типов волос, в том числе окрашенных, но у меня не окрашены волосы. Вот, здесь идет кератин и масло органы. Тоже такой, ну, неплохой. Здесь 580 миллилитров. Запах приятный достаточно. Ну, вот такая вот белая простая масса. На волосики наносим, подержали и смыли. В общем, тоже неплохой, нормальный бальзамчик, хороший. Заказала вот такую пасту, я уже тоже ее открыла, начала лечебные травы. Кислородная профилактическая зубная паста, здесь зверобой, ромашка, иван-чай в составе. Вот, десны немного кровоточили, поэтому я увидела и решила заказать. Здесь 75 миллилитров, артикул 2244. Она имеет вот такой вот... Ну, зелененькая, да, она такая вот паста. Пахнет мятой. Очень приятная в использовании. Не сильно пенится. Сразу же предупреждаю, что не сильно пенится. Но, как бы, мне нормальный такой эффект подходит. Дальше купила вот такие вот разделители для пальчиков, для педикюра делать. 99-38 артикул. Всегда пригодятся. Крем венотоник для ног, противоотечный эффект. С работы приходишь, ножки иногда отекают. И вот я наношу такой вот кремик. Не вижу, где артикул. 1660. Вот. У него такой приятный аромат. Свеженький. Дальше это крем сорбет для тела, лимонная манпасье. И взяла вот такую вот еще малина и белый шоколад. То есть они шли на распродаже. Я взяла себе две баночки. Всегда пригодятся. Хочу попробовать вот такие вот перчатки для экспресс-маникюра. У них артикул 2178. Вот здесь написано способ применения. Очистите кожу, руки, наденьте перчатки на 20-25 минут. Закрепите перчатки вокруг запястья при помощи клейких фиксаторов. Для лучшего впитывания массируйте руки поверх перчаток. Используйте маску, перчатки 1-2 раза в неделю. Вот. И что они нам дают? Маска, перчатки для экспресс-маникюра бережно ухаживают за руками, возвращая им мягкость и ухоженный вид. Входящие в состав питательные вещества способствуют укреплению ногтей, устранению шелушения, улучшению состояния кутикул и ногтевой пластины. Масло кокоса хорошо смягчает, увлажняет, защищает и разглаживает кожу. Кожа становится нежной и мягкой, а мелкие морщинки исчезают. Ну вот сейчас зима, да, холодно на улице, и я хочу попробовать их.
Вот, поэтому приобрела. Дальше покупаю во второй или третий раз CC крем Вербена. Мне он нравится. Но у меня еще новый, запечатанный. Я, наверное, открывать его не буду. Да, тут потому что фольга. У меня есть еще старенький крем, который тоже надо закончить. То есть хорошо, что все закрыто фольгой, пленочкой, что до вас никто туда там не лазил пальчиками своими. Вот. Очень люблю вот такой бальзам для рук и ногтей из серии Pro Руки. Достаточно приятный аромат крема. Он такой, ну, плотненький, да? Такой вот крем. Хорошо впитывается, смягчает ручки. Вообще классно на ночь наносить. Днем, конечно, тяжеловат будет, а на ночь вообще самое то, девочки. Потом я купила, короче, кисти вот такие Stellary. В Магнит Косметик заходила. Вот такую плоскую и широкую. Потом только я увидела, что в каталоге Faberlic тоже есть кисти. Вот хочу тоже там попробовать кисточки, потому что мои все какие-то уставшие. Сильно. Вот, надо обновиться. Сейчас я попробую открыть. Угу. Вот, плоская для теней. Вот такая вот кисточка. Вот. Такая, знаете, тверденькая она. Очень упругая. Это, наверное, для нанесения больше подойдет, да? А пошире вот эта широкая для растушевки уже. Обычно я спонжиками там, ну, иногда кисточкой. Хочу попробовать кисти для использования. Как они будут. Это уже более мягче, да. Она гнется. Это тоже гнется, но не сильно. Она такая очень плотная. Вот. Дальше еще заказала пробнички парфюмов. У меня здесь, конечно же, Валькирия. Такой классный аромат, девчонки. Вообще мне так он понравился. Он нежный, приятный, такой действительно благородный аромат. Вообще им хочется пользоваться. Замечательный. Он нежный, свежий, благородный, но не стойкий. Как бы он не стойкий, держится часа два, может быть, 2,5, и потом я его уже не ощущаю на себе. Очень хотелось попробовать флюрет, тоже Faberlic, водичка. Она достаточно тоже приятная, свежая, мне понравилась. Нежная такая прохлада. Вот, и было интересно посмотреть Ренату Секрет. Тоже я взяла ее. И Каори Бамбук. Вот такое. Вот. Но я их открывать даже не буду. Если Рената Секрет еще как-то, ну, я могу воспринимать. А Каори Бамбук, ну, зелень зеленью. То есть я не люблю такие ароматы. И поэтому даже не хочу открывать и нюхать их. Вот. Ну все, мои покупки на этом закончились. И вам приятных покупок. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!